Он будет расположен в районе соли. У него самые выгодные условия для инвесторов. Сейчас просто нет больше таких цен, при этом соотношение цена-качество просто супер. Мы ищем вам конечного покупателя, и вы выходите с прибылью, а не с минусом. Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас из солнечного города Мерсин. Я сейчас нахожусь в прекрасном месте. В инстаграме скину вам локацию. Здесь кафе и вид, вот такой панорамный вид на весь Мерсин. Я думаю, что на видео, наверное, не видно этого всего. Вот небоскреб даже видно наш. Друзья мои, сегодня хочу поговорить с вами про те проекты, которые особо заслуживают вашего внимания. Потому что проектов много, но с точки зрения привлекательности для инвестиций есть несколько проектов. Конечно же, на первом месте, как всегда, это компания Моназеба Шаран. Сейчас на все их проекты действует скидка 10%. Почему я всегда ставлю на первое место Моназеба Шаран? Не потому, что мы с ним много лет уже работаем, а потому что у него самые выгодные условия для инвесторов, самые выгодные условия покупки. Во-первых, у него первоначальный взнос составляет 30%. Второй момент, самый, я считаю, важный, это то, что у него можете продать квартиру по переуступке. То есть вам не нужно будет оформлять на себя квартиру, вы в любой момент, на любом этапе строительства можете выйти из проекта, мы ищем вам конечного покупателя, и вы выходите с прибылью, а не с минусом. Значит, первое место у нас в топе занимает Моназеба Шаран, все его проекты, это Blue Estin, это Gold City, это Мерсина Люкс. Следующий, второй проект сейчас для меня на втором месте. По цене я бы даже, может быть, его поставила на первое место, но там первоначальный взнос 50%, и там вы не можете продавать по переуступке. Это компания Дора Япы. У него самое важное, у него цена 53 тысячи евро, стартовая цена, самая дорогая квартира 58 тысяч евро. Этот проект находится в районе Тумюк, в 400 метрах от моря. У нас на YouTube-канале вышел обзор этого ролика. Если вам нужна подробная информация, пишите, я вам скину планировки. Планировки там шикарные тоже. Там только квартира 1+1. Есть центральные квартиры, есть угловые, они чуть побольше. Соотношение цена-качество и вот площадь, я считаю, идеальные. Там достаточно хорошая площадь для такой цены. 58,5 48,5 квадратных метров и угловые квартиры 49,5 квадратных метров. Это почти 50 квадратных метров. Значит, второй проект, который бы я вам рекомендовала как инвестицию и, в принципе, смело рекомендовала бы для себя, это проект компании Дора Япы «Элегантка». Будет находиться в районе Тунюк. Строительство стартует в конце июля месяца. Сдаваться он будет через 2 года. Рассрочка предоставляется на 18 месяцев. Первоначальный взнос составляет 50%. По цене можно, в принципе, поставить на первое место. Вот. Ну, условия рассрочки все-таки у Башарана пока еще вне конкуренции. И следующий проект, друзья мои, это просто грандиозный проект. Это, как всегда, компания Илькем Япы умеет нас удивить. И, конечно же, мы тоже не прошли мимо этого проекта. Проект называется Майами. Он будет расположен в районе Соли. Там будет огромная у него площадь, то есть территория огромная, там почти 16 квадратных метров. Во-первых, это центр города, и он будет находиться примерно в километре не так далеко от моря, несмотря на то, что это центр города. Грандиозный проект, который будет состоять из 5 блоков. Проект Майами. В скором времени мы снимем видеоролик подробный из офиса компании Илькем Япы. Мы давно уже, много лет сотрудничаем с генеральным директором компании Илькем Япы, с Ким Альбием. Мы продавали его самые первые проекты, еще никого здесь не было. Мы одними из первых начали сотрудничать с компанией Илькем Япы. У нас
наши отношения с этой компанией, с рейтинг, зарекомендовали как себя как очень надежные. И покупая квартиры в компании «Илькемяпы» через наше агентство, вы покупаете напрямую от застройщика, вы ничем не рискуете, вы покупаете по той же цене, плюс вы бонусом получаете очень качественный постпродажный сервис. Вы можете погуглить про наше агентство по всем там группам, и я думаю, вы найдете очень много хороших отзывов про наше агентство. Также, покупая проекты в компании «Илькемяпы» от нашего агентства, вы получаете дополнительные бонусы. Итак, друзья, топ-3 в нашем проекте – это проект «Маяни». По грандиозности, конечно, он сейчас вне конкуренции. Там стартовая цена не такая уж и дешевая, но она и не может быть дешевой, друзья мои, потому что это центр города, потому что это масштабный, грандиозный проект. Это компания «Илькемяпы», которая уже давно зарекомендовала себя на рынке недвижимости в Мерсине. И это сенсация сейчас, ну, вообще в мире недвижимости в Мерсине. Проектов очень много у нас, и все они достойные, но если выбирать сейчас именно с точки зрения инвестиционной привлекательности, я бы обратила ваше внимание на три застройщика, вот, три проекта. Это Меназе Башаран, у него проекты все сейчас со скидкой. Второе место — это Дора Япы. Цена от 53 тысяч евро сейчас просто нет больше таких цен, при этом соотношение цена-качество просто супер. И, конечно же, проект Маяни, Майами в Соле, ну, это просто сенсация, это классный проект, и мы о нем с вами будем еще много-много раз говорить. Все. Кстати, в проекте Майами сейчас у нас первоначальный взнос составляет 35%, и это будет только до июня месяца. То есть до июня месяца вы можете забронировать квартиру по стартовой цене и с первоначальным взносом можете внести 35%, потом будет первоначальный взнос 50%. Так что успейте, друзья, это классный проект, он будет всегда в цене, он будет всегда расти в цене, потому что это центр города, ну и очень красивый масштабный проект, как всегда, «Илькемяпы» со всей инфраструктурой. Это все, я вынуждена уже бежать, у меня сейчас встреча, рада была с вами пообщаться, пишите мне вопросы в директ, пишите комментарии.